В конце лета 57-летняя Азиза впервые вышла замуж. Певица сыграла свадьбу с молодым ресторатором Александро Ларте. Итальянец младше нее более чем на 16 лет. У пары грандиозные планы, они хотят завести детей и даже подыскали суррогатную мать. Однако в ток-шоу «Прямой эфир» Андрей Малахов и эксперты усомнились в правильном выборе певицы. На мой взгляд, до 50, ну, там, до 45, замуж можно выйти, да, родить детей даже. Но есть какой-то определенный возраст, когда уже не стоит другая жизнь. Ну, почему? Нашлись люди, которые называли себя знакомыми мужа Азизы. Они говорили, что никакой он не Александр Ларте, а Александр Соколов из Липецка. Якобы он и его семья – мошенники, которые кинули на деньги полгорода. Александра обвиняли в том, что он не хотел жениться, но сделал это из-за денег. Азиза неоднократно отбивалась от неприятных сплетен. Наконец, в Инстаграм она напрямую обратилась к Андрею Малахову. Певица попросила оставить ее с мужем в покое. Она написала: «Спасать меня вы не хотели. Хотели сенсацию, провокацию, рейтинг, деньги, а самое смешное и грустное – хотели попытаться разрушить союз двух любящих душ. Но, как говорится, я не вчера родилась, и людей, их помыслы и истинные чувства вижу насквозь. Вижу своим духовным зрением». Певица заявила, что Малахов лезет не в свое дело. «Андрей, не мешай мне и моему человеческому счастью. Не мешай моей женской мечте стать матерью. Не мешай моей душе проходить свой жизненный путь», – потребовала Азиза.